Всем привет, друзья, с вами Марко, и Sports выкатили прекрасное обновление, где добавили новые обмены, которые помогут вам заработать немалое количество монет. Сегодня я расскажу, как вы сможете заработать себе монеток, имея всего лишь на своем балансе, ну, примерно миллион. Всем приятного просмотра. Итак, начнем мы с того, что в главе «Основы в обменах» появились новые обменщики. Вот здесь, допустим, 2000... 2 миллиона монет вы получаете за обмен 106 игрока. Собственно говоря, я это уже выполнил. Вот здесь, допустим, 105 игрок на 1 450 000. В чем же суть? А суть в том, что это очень выгодно. Расскажу почему. Заходим на рынок. Допустим, у меня есть 105. Вот он. Он стоит сейчас вот 1 160 000. До этого стоил, скорее всего, еще ниже. Я, честно говоря, не помню, но, наверное, вот 1 160 000. Суть в чем? Вы берете любого 105 игрока и, собственно, берете любого 105 игрока. Вот, допустим, Кампл. Покупаете, абсолютно не тратите особо монет. Миллион, допустим, вы потратили. Ну, вот можно выловить любого 105 игрока, который будет там стоить миллион. Сейчас, конечно, они все приподнялись немножко, но можно найти за миллион 105 игрока. Идете в обменчик, в этот прекрасный обменчик вы идете, оп, заходите, засовываете сюда 105 игрока и получаете на 400, ну даже на 300 тысяч больше на самом деле. Это все очень здорово, я это уже все выполнил. То же самое, миллион монет, допустим. 104 игроки, за 104 игроков мы получаем миллион монет. Смотрим, сколько сейчас стоят 104 игроки. К примеру. Вот у вас есть Залевский, или вы его покупаете. Вы его покупаете, допустим, за 840 тысяч. И идете, обмениваете, получаете лишних там 1160-200. Ну, почему бы и нет? Я думаю, можно найти вообще еще дешевле. Вот таких вот вы набираете, и все. Вот я набираю таких 5 штук. Трачу, получается, 4 миллиона монет. А получаю с них больше, ну, 5. Вот они у меня абсолютно все купились, эти 5 лысейшей. Мы берем, идем с вами в эти основы. Оп, и абсолютно всех мы сюда обмениваем и лутаем с них чистыми примерно миллион, сколько? Ну, 1 100 000, 1 200 000. Как с куста. Как заработок монет, я думаю, это отличный. Вся суть в том, что обновляются эти обмены раз в неделю, и вы сможете каждую неделю получать огромное количество монет, потому что, вот, смотрите, здесь вы 5 раз обменяете, это 10 миллионов, здесь 5 раз обменяете, это где-то 7 миллионов. Это уже, ну, короче, примерно 20-25 миллионов вы точно получите. Вот то же самое, вот здесь просто рандомные типсоны, которые стоят меньше 750 тысяч. Вот 103-й, проверяем в моем клубе, кто 103-й. Вот Гакпо. На него вообще все заявки есть. Он стоит меньше 750 тысяч, за которые вы получите за него. Вы можете просто его закупить, банально Гакпо тот же, и обменять. И просто вы в мощнейшем плюсе будете, и все с вами будет прекрасно. Вы в шоколаде, можно сказать. И вот такие вот типсы, на которые не продаются, допустим, вы их просто скупаете, просто суете в этот обмен, и с каждого из этих обменов вы получаете огромное количество монет плюсом. Если вы не будете это делать, то, в принципе, абсолютно не важно, потому что на самом деле это дело ваше. Можете использовать, можете не использовать, но я, в свою очередь, это использую, у меня игроки лишние все. И почему бы не заюзать такой прикольный лайфхак на халявные монеты, если у вас их недостаточно. Вот, допустим, у меня 180 миллионов, а только вчера было 160. Выводы делайте сами. Ну а с вами был Марко. Я думаю, что я вам показал этот лайфхак. Вам должен был он точно понравиться. Если вы еще не видели этот лайфхак, то я хочу, чтобы вы отблагодарили меня подпиской и лайком. И мне будет очень приятно на самом деле. Ну а с вами был Марко, всем удачи, всем пока.